утро, друзья. Если вы спросите, куда мы поехали в такую рань, у нас в Красновишерске плюс 8 градусов, поэтому мы очень-очень тепло одели. Поехали в Красновишерск, поехали в Соликамск всей семьей, оделись тепло, поедем мы гулять. Вот. Ну и что, что погода холодная? Ну что, что это такое? Не гулять? Конечно, гулять. Тем более сегодня выходной. Нужно наслаждаться каждой секундой, проведенной с семьей. Приглашаю вас провести этот день с нами. Фонтанчик смотреть? Да. Ну пойдем фонтанчик смотреть. Приехали в Соликамск смотреть фонтан. Фонтан. Погуляем тут по набережной. Сейчас покажу, как тут красиво. Это Пугача. Спускаться? Рита, поедем с тобой быстренько. Поедешь? Мама, всем привет еще раз. Приехали мы в Соликамск. Приехали на набережную. Мы приехали, когда солнышко появилось. Потому что там, где мы, там солнце. Да, Рита? Туда. Куда туда? Ой, как здесь красиво. Сейчас вам все покажу. А вот смотри, если бы тебя папа катил, то бы он вот так же весело тебе было бы кататься с папой. Да. Хочешь? Да. Ну, папа возьмешь? Поехали. Туда. Ну да, так едем туда. Набережная. Маленькая, но такая красивенькая, приятненькая, такая уютная, я бы сказала, очень такая уютная набережная. Что вы там смотрите? Мы смотрим на фонтан. На фонтан? Да, вот там фонтан, Рита сказала, он классный. Классный, Рит, фонтан? Красиво тут? О, чайки. Идите, смотрите, чайки. Только надо туда, надо было бы хлеб взять, что-нибудь покормить их. Фонтанчик тут на набережной. Водичка? Да, водичка. Пойдем тоже на чаек посмотрим, Ром. Да? Типа, Ноу, не снимай меня. Да? Не надо снимать? Ты привет, Маша, кому-то? Пойдем к чайкам. Еда. Ждут своей очереди, да? Оп. Сели в строй. Упал в строй. Прикинь, чуть-чуть попали под дождь. Вроде такой мелкий начинался. Я думала, он чуть-чуть... Это... Денис отругал меня. Хотел он в чайной остановиться. А я говорю... Побежали, говорю. Сюда, в монастырь.
снега. А мы что-то не взяли ни зонтики, ничего. Только вон Ромки. Ромки классно, да? Да. Только Ромки классно. Да, красавчик? А? Ты такие щеки в шапке когда-то, а? Да нормальная погода, что ты? Сейчас вообще, говорят, будут постоянные холода. Что теперь? Дома сидеть, никуда не ездить? Ну иди сюда, мам погреет. Кармашки, убирай ручки в кармашки. Где кармашки? Мама сделала кармашки. Сделала кармашки, убирай ручки. Давай я Роме погрею. Ты ручки свои убирай в кармашки. Кармашки в кармашки убирай. На ручки. Погода нас дождиком встретила в Соликамске. Ну как мама у мужа сказала, дождик счастья. Правда, это она сказала, когда мы с мужем расписались. А, это был 16-й год. Был такой ливень вообще. А вы знаете, мы просто с мужем без свадьбы, без всего, просто пошли и расписались. Вот. И с того времени для меня дождик. С того времени для меня дождик. К счастью. Куда бы я ни ехала, что бы я ни делала, если идет дождик, значит, к счастью. И знаете, как говорят, во что поверишь, что и сбывается, что и происходит. Нам надо вниз? Нам надо туда. Так как мы промокли все насквозь, просто голодные, мы увидели чикен и пошли туда. Решили перекусить, согреться, отогреться, обсохнуть, ну и дальше решить, что будем делать, потому что мы поехали в Соликамск, были такие планы погулять под открытым небом, там столько я себе уже все распланировала. Ну, как всегда, погоды нет, плохой погоды, в принципе, просто не взяли зонтики и как-то не очень тепло оделись, хотя... Ну, вот подумали, решили, может быть, в игровую сходить, вот, либо в кино, но так как кино что-то... Мы подумали, что с детьми у нас не очень получится сходить, да и, в принципе, я не представляю, как можно в кино ходить с такими маленькими детьми. Да, поэтому у нас эта идея сразу же отпала, но тут только... Так как дети толком не погуляли, да, на улице, все что-то бегом, надо было же их ушатать, умотать, чтобы поездка была не зря, чтобы мы приехали, и они крепким-крепким сном спали от усталости, от полученных эмоций. Я так-то сильно очень расстроилась, еще что не получилось погулять в этом музее, в церкви, монастырь или что это, вот в Соликамске. Еще в Соликамске очень сильные ветра, если у нас в Красновишерске вокруг нас деревья, они как-то прикрывают нас от ветра, то там, в Соликамске, как будто вообще какая-то степь, просто перекати поле, где ветер гуляет своевольно, как он хочет. Ну, городочек Соликамск красивый, миленький, маленький, уютный. Сидит. По
по пути в игровую решили заехать в Добрацен. Нам говорили про какие-то коврики, там типа, можно купить. Мы посмотрели, они достаточно такие маленькие, поэтому не купили. Купили так салфетки, полотенца бумажные. Да, и в принципе все. А, ну еще и купили вот коврики входные перед дверью. Если мама Thank you.
Я увидела красивое поле розовых цветочков. Попросила Дениса остановиться. Сейчас покажу вам красоту. Когда по одному этому цветочку смотришь, не так красиво. А вот когда их много... Выспалась? А? Ух! Да-да, выспались, да? Тут только двумя руками надо. А нет, справилась мама.